Турецкая летная академия, основанная в 1966 году, стала самым престижным специализированным учебным заведением не только в стране, но и во всем регионе. Недостатка в слушателях нет. По закону пилоты турецких авиалиний обязаны каждые 6 месяцев продлевать летные лицензии, а раз в год обновлять их. В общей сложности у турецких авиалиний 4000 капитанов и вторых пилотов. Таким образом, ежемесячно у нас проходят переподготовку 200-300 летчиков. Если же говорить и о членах кабинного экипажа, то их число достигает 800-900 ежемесячно. В летной академии установлены авиатренажеры, имитирующие все типы современных самолетов гражданской авиации. В них пилоты отрабатывают навыки на случай внештатной ситуации – отказа электроники, обхода грозового фронта, приземления в условиях минимальной видимости и сложных метеоусловий. Отбор претендентов здесь очень строгий. Кандидат должен владеть английским языком, отлично знать математику, быть здоровым и физически развитым, иметь высокий уровень IQ. У него также должно быть высшее образование. Если у него за плечами служба в армии, это несомненное преимущество. В летной академии также готовят высококлассных бортпроводников и технический персонал. Обучают всему, начиная от навыков определения опасных предметов на борту и заканчивая быстрой эвакуацией в случае приводнения и первой медицинской помощью. И, как говорят в академии, здесь с радостью примут курсантов из Молдовы. Мы с распростертыми объятиями ждем всех, кто готов присоединиться к команде турецких авиалиний. Пройти обучение стоит именно здесь, на наших тренажерах. Наши стандарты по инструктажу отвечают самым высоким требованиям не только Европы, но и всего мира. Турецкая летная академия – это учебный центр, сертифицированный Международной ассоциацией воздушного транспорта.